Воздвижение креста Господня – один из главных праздников, отмечают сегодня православные. В этот день верующие особым образом поклоняются кресту, на котором был распят Иисус Христос. Накануне вечером в храмах совершают чин воздвижения. Этот обряд глубоко символичен. Хор 100 раз поет молитву «Господи, помилуй». Священник сначала очень медленно опускает крест, потом также медленно поднимает его. В это время на распятие возливают святую воду. Верующие вспоминают исторические события. Крест, с которого сняли тело Иисуса Христа, был закопан в землю. Спустя 3 столетия римский император Константин отправил на поиски святыни свою мать, царицу Елену. Она провела в Иерусалиме едва ли не первые в истории человечества археологические раскопки. Была обнаружена пещера, где стоял гроб Иисуса Христа, а рядом нашли 3 креста. На одном из них сохранилась табличка с надписью «Иисус Назарей, царь иудейский». Чтобы убедиться в истинности находки, его приложили к больной женщине, которая моментально исцелилась. Впервые воздвижение было совершено именно в день обретения животворящего креста. Предстоятель Иерусалимской церкви поднимал его и осенял им все 4 стороны света. Это действие повторяется в храмах и сегодня, когда совершается чин воздвижения. Омытый святой водой и молитвами крест в течение недели доступен каждому приходящему в храм.